Всем привет, с вами Pixel, мы продолжаем играть в игру под названием Rumble Hockey. И нежданно-негаданно разработчики выпускают новый ивент с новым рамбликом. Это, как видите, коала-турист, поможет забить голы без единого движения. Я не знаю, что это за персонаж. В карточках вроде бы еще его нету, если я не ошибаюсь. Видите, да, его здесь нету, просто нету здесь сейчас этого персонажа. То есть это новый персонаж, которого пока что получить нельзя. Обычно разработчики дают какой-то супер ивент сложный, чтобы получить коалу. Поэтому, как только этот ивент появится, я постараюсь его выполнить и заполучить вот этого крутого рамблика. Ну а пока что, давайте просто зайдем и поиграем в этом режиме непонятном с этими коалами и посмотрим, что это такое. Так, и что он делает? What the fuck? Вы поняли вообще, что произошло, ребят? Я нет. Я не особо понял, честно говоря. А почему он меня забивает голы, а ему нет? Хороший ивент, одобряю. Просто горит, ладно. Ну типа ладно, первый блинком. И вот вопрос. Почему он меня забивает? Во, я ему тоже начал забивать, отлично. Короче, я так понял, коала это имба. Она просто берет и забивает голы. Это, знаете, типа панды, только 100%-ного. Короче, там было что-то в описании написано, типа такое прям жесткое. Закидываем. Закидываем в центр. Блин, вот не получается закинуть из-за того, что... И вот там эти стоят. Блин, ну только не докатись, пожалуйста. Отлично, мы забиваем. Короче, коала, это, знаете, такой вот персонаж. Он быстро очень будет пропадать у вас. Может забить голы без единого движения. И очень хорошо бьет. Я не знаю, что у него там по характеристикам, но... Он просто офигенно бьет. Очень офигенно бьет. Прям нереально офигенно. Так, забиваем. По КД забиваем. Ну, видите, просто нереальный такой персонаж, если его прям много на поле выпускать. И стоит он всего лишь 2 очка. Это как замена енотику, скорее всего, будет. Только менее подвижная, типа, для ребят, которые там... Ну, вот я не знаю, ну как можно заменить, конечно, енотика. Ну, короче, посмотрим. Пока что смешанные ощущения. Дабл гол я заделал сейчас. Пока что. В общем, смешанные ощущения однозначно. Не могу я сказать, что прям персонаж самый имбовый. Здесь мы просто сейчас его кастуем по КД, из-за этого такое ощущение, да? Но на самом деле он не такой уж и прям офигительный. Как хотелось бы, наверное, чтобы он был. Наверное. Ну и лично, на мой взгляд, чисто такое вот мнение небольшое. Кстати, видите, он засыпает, типа, и потом, когда мяч близко, он просыпается. Ну, типа. Ну, как-то так это выглядит, честно говоря. Почему-то, кстати, мои панды, ну, блин, мои коалы не забивают голы, а его начали забивать. Ну, хотя я кидал, все красиво, ну, ладно. Что есть, то есть. В принципе, чисто так бегаем, смотрим, ну, персонажа нового. Вот вы видите, вроде бы панду я кастанул, да, он не забил. Почему, непонятно. Потому что спокойно должен был забивать, по идее. Ну, вот видите, его панда напрямую мне забил. Мой панда не хочет напрямую забивать. Ну, прикольно, типа, ну, такое себе. Короче, ладно, фиг с этим ивентом, фиг с этим панда, не будем мы продолжать. Как-то у нас не очень получается, но это такое себе. Давайте лучше откроем сундучок. О, нам тигры выпали. И давайте откроем этот сундучок еще. Так, и посмотрим квесты, которые у нас тут есть. Забейте не менее 3 голов в матче с Топтару. О, я не буду это говно делать, ребята. Уж извиняйте за такие нецензурные выражения, но... вот, это нафиг. Получение не менее 5 перерывов, соберите не менее 30 золота и сундуков. Ну, короче, шансов нету ни на что из этого, поэтому я это все выкидываю. Давайте, ладно, получить не менее 30 золота и сундуков. Погнали сейчас в обычный рандом. Хотя нет, давайте посмотрим сейчас быстренько вот эту вот рекламу. Я пока поставлю на паузу, для вас это будет всего лишь одну секунду. Ну что, реклама посмотрена, сундучок мы сейчас получаем. Дали монетки, дали рамки, заодно квест выполнили. Шикарно, шикарно.
Ну и давайте выполним квест на получение не менее 5 рамбликов. Вдруг нам повезет, и мы успеем за сейчас за видосик это сделать. Возьмем самого ненужного рамблика, наверное, там, какого-нибудь, который у всех есть. Ну, не знаю даже. Честно говоря, не знаю. В принципе, давайте панду, ладно. Панду всем. И всем раздадим, кстати, своего панду. Раздадим бычков. Кстати, ребят, вступайте в клуб. Сейчас, на данный момент, вступление открытое. То есть, чисто по рейтингу, там 1200 рейтинга нужна вроде бы как. Давайте глянем быстренько. 1200 рейтинга, и вы можете вступить в клуб спокойно. Ну, тут, я смотрю, челики как-то этот... Еще в клубе находится, но это старые ребята. Надеюсь, они прокачаются. Ну, а мы погнали в каточку сейчас в обычную. Я только, наверное, гляну на наш сетап. Возможно, стоит что-то прокачать. Честно, нет. Нет, давайте не будем ничего прокачивать. Погнали прям так играть. Нам нужны сундучки. И нужно апать рейтинг. Мне в прошлый раз так забомбило после... После всего ивента прошлого. Знаете, что сейчас самое прикольное? Я кинул крокодила, он не кинулся. Я угорнул с этого, конечно, немножко. Закину я сейчас панду под ворота. И закину, наверное, бычка тоже. Бычка кину, пусть он разберется с его бычком. И сейчас будем ждать енота плюс сердечко. Как-то так сыграем. Вот, енот пошел. И сердечко пошло. На вратаря, к сожалению, сердечко не достало. Ну, а чё нет? А зачем до вратаря сердечко доставать, правильно? Правильно, зачем? Зачем такой геморрой делать? Ой, блин, иди ты со своей бомбой, знаешь, куда... Вот знаете эти челики рандомные, которые кидают свою бомбу, и типа думают, что они... Мы победим за счет бомбы, у-ти-ти-ти, и все такое, короче. Идите вы играть в игру нормально. Ну вот просто, ну эти бомбы, знаете, вот до одного места. Мне от них просто горит, от этих бомб, честно говоря. Из-за того, что они, по сути, бесполезны, вот честно, да, будем откровенны, они бесполезны. Эти бомбочки всякие разные. Но эти челики их упорно берут там каждый раз. Вот гляньте, гляньте, кинул бомбу. Ух, какой дерзкий, а. Ух, какой дерзкий, ух, какая бомба. Ух, как он затащил этой бомбой. Вы представляете, ребят, посмотрите, как он затащил бомбой. Хлопаем в ладошки, просто вы слышите хлопки, которые сейчас делают. Просто Джоджо Лепро, Лепро, Лепро. Просто у меня, ух, сорвало у меня крышу, конечно, от этого челика. От этого Джоджо Лепро. Это же Лепро. Еще один недочеловек с бомбой. Ну, короче... Я просто песиком промахнулся удивительным образом. Ну, конечно. Просто еще один Джоджо Лепро тут приперся с французски только. Я сейчас сделал дичь, извиняюсь. Мне просто забомбило резко. Ну, человек с черепахой играет, тут все понятно. Даже без его Джоджо Лепро. Ну вот что это, боже! А у меня сейчас сгорит от него, ну... Ладно. Я не пальцем деланный, как говорится. Не впервой против неадеквата играть. Давайте закинем панду. Ну, как говорится, эти люди, их могила не исправит, поэтому делаем все правильно, как говорится. Боже, у меня нет слов, ребят. У меня просто нет слов. Да дайте... Боже мой! Эта жаба, это просто недосоздание! Убери свою... Боже, у меня нет слов. Ну, конечно, просто челик больше ничем не... Вот, понимаете, он... Знаете, когда... Короче, ладно, не буду его унижать. Как он есть, такой есть. Это бессмысленно. Он все равно этого не понимает, ничего не слышит. И так сказать, я ему... Свою, ну, как бы, адекватную мысль не смогу, потому что он, ну, он болен, ребят, к сожалению. Если он болен, я ему помочь не могу, я не доктор. В этом мой минус, да, наверное, я бы должен был ему помочь, если бы я мог. Но я, к сожалению, этого сделать не могу.
сожалению. Но в будущем я очень надеюсь, ребят, что ему смогут помочь кто-нибудь другой. О, я очень на это надеюсь. Надеюсь, ему помогут врачи. Очень. Ладно. Он опять кинул это. А мы кинем жабу. Почему? А просто так кину на попе. А чё нет, да, ребят, нормальный матч, нормально. Геймплей. Это человек с черепахой и с большой бомбой. Это его тактика. Он просто кидает. Просто кидает. А логика отсутствует. Он просто кидает. Шестое сердечко так долго работает. Ну, что ему, кстати, изучен? А, у него черепаха, тут все понятно. Ой. Знаете, эти люди с черепахами, это... Это следующий виток эволюции. Это то, что движет прогрессом. Кстати, я вратарь вынес, у него, а у него, видите, КП сейчас нету. А я не могу, короче. Ну, вы видели, да? Ну, вы видели, я не могу, ну что это такое? Как против этих людей играть? У меня горит. Блин, я не могу. О, капец. Эти Джорджили Про. Черепахаеды, петухаеды. Вы знаете, у меня такое ощущение, что против них даже смысла нет ничего кидать, они все равно тебя забьют. Ой. Это следующий виток эволюции. Тут уже ничего не изменить, к сожалению. Как бы я ни старался. Как бы я ни старался, он просто кидает петуха и все. И этого достаточно для победы. Петух ван лав. Все дела. Петух. Первый уровень жабы, петух. А чё нет? Да, ребят? А почему бы нет? Вы видели? А чё нет, скажете, да? Я не могу, да у меня с этого уже не горит. Мне просто истерия такая, знаете, со смехом. Просто истерия со смехом. Делаешь ты адекватные вещи. Забиваешь голы. Делает он всякую дичь, все равно забивает голы. Смотрите, голову. Хлоп! Просто! Прямой! У меня слов нет, реально. Ну, как я могу это писать? Как я могу это писать? Это нечеловечно. Ну почему ты? Понимаете, вот я делаю 100% победу, ну 100% гол. Всегда кидаю, да? Адекватный 100% гол. И я не могу победить. А какие-то Джорджо Лепро. Просто берут и черепаху кидают и все. А чё нет, да? Черепаху, нормально. Ой, ладно, давайте еще немножко поиграем, ребят. Понаслаждаемся рандомом, который сейчас на 2К рейтинга творится. Я не знаю, когда смогу это все пройти. Наверное, мне просто нужно будет собраться. Ну, я просто тигром. Ой, я просто быком промахнулся. Ну, вы видели, да? Ну, это ладно, это такая игра, ничего. Такого особенного в ней нету. И крокодилом я промахнулся. Да, а почему нет? А почему нет? И правда, а почему же нет? Ну, я рассчитывал, что что-то получится. А, да, все получилось отлично. Ну, и рассчитывал, что крокодил, короче, выкинет противников. Ну, вы видели, ну. Ну, ребят, ну что это такое? Ну, как это работает? Ну, расскажите мне, пожалуйста. Кстати, нормально, да, задефу? Ну, вы видели. Боже, как там, как жаба смогла забить, я не понимаю. Это тоже рандом. Вот видите, рандом сейчас на моей стороне был. Даже иногда рандом бывает на моей стороне. Это, конечно, странно, безусловно, но... Что есть, то есть, того не миновать. Спустя 4 или 5 каточек, да? Рандом сжалился и вышел на мою сторону. И мы делаем идеальные 3 гола. Ну, что я сделал неправильно? Все сделал правильно, потому что это все были идеальные голы, которые там... Ну ладно, один второй гол был какой-то неадекватный. Но, как говорится... Да, второй гол неадекватный. Из 3. Я бы и третий гол бы... Ну, то есть, не было бы второго гола, я бы все равно забил бы. Ну. Здесь нету ничего такого прям невероятного. Вы понимаете, у меня бык, короче, бегал вокруг персонажа. Как-то так, да. Минутик сейчас забьет, хотя нет, не сможет. Песик отвлек достаточно хорошо.
Мы кинем крокодильчика. Конечно, он побежит за песиком. О, черепахоед. Черепахоед. Наверное, любитель черепашьего супчика. Ты любишь черепаший супчик, да? Любит, видите, ребят. Он любит черепаший супчик. Сейчас будем взрывать, короче, этого. Я, короче, хотел взорвать вратаря, но получилось что-то другое. Ну, как говорится, это судьба, чувак. Все равно бы был гол, если бы я взорвал вратаря, правильно? Поэтому ничего там такого плохого прям не вижу. А он черепаха, тебя. А, черепаха! Черепаха, да. Имба. Просто имба, ребят. Черепаха, имба. Сработало сердечко, отличный гол. Все 100% сделал, красиво, прекрасно. А он играет через черепаху. Вот так вот, ребят. Да. Вот такие сегодня каточки получились. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам зашел новый персонаж. Мы его, конечно же, почекаем, как только он выйдет. Надеюсь, достанем его. Я, правда, не знаю, куда его не запихнут. Но, надеюсь, на моем рейтинге уже он будет. А это все. Если видео вам понравилось, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии, чтобы видео выходили как можно чаще. Не болеть, не скучать. Всем пока-пока.